Здравствуйте, девочки. Смотрите, я покажу сегодня свои подарки новогодние. Я их привезла из Англии. Это Limited Edition. Это фирма Bayliss & Harding, как говорят англичане. И Bayliss & Harding, как говорят наши люди. Мужчины никогда не поймут, зачем это все нужно и в таком количестве. Эта фирма специализируется на выпуске товаров для мытья и ухода за телом. Гели для душа, мыло. С мужчинами я не здороваюсь. Они никогда не поймут, зачем это нужно. Они только критикуют. Но это же расходник. Но вы же моетесь. Это расходник. Это все за год. Только так, до следующего Нового года вымоется только так и вымотается, да? Но это еще не все, понимаете? Я не могла ограничиться только этим, да? Еще есть такая же, тоже вот такая. Да, сейчас я покажу еще. Мужчины никогда не поймут, зачем это все нужно в таком количестве. Ну, поэтому я с ними и не здороваюсь. Тоже та же фирма, но это еще баночка железная. Это все limited edition, ограниченный выпуск. Здесь еще тоже то же самое, тоже эта фирма, но другой запах. И в косметичке, смотрите, в какой, да? Это же с ума сойти. И еще такое. Смотрите, у них там в Англии вообще это их бренд, и такой популярный довольно, да? Как у нас в Латвии был Зинтерс, наверное, ну, круче только этот, да? Они покупают такие подарочки, а потом дарят их. Приятно получить соседям. Все, кто в гости придет, Новый год там не празднуют, Рождество, да? Ты даришь на работе такой подарочек. Смотрите, как красиво. Это же так приятно получить. Это к Рождеству. Смотрите, как красиво. На случай подарочка. Тебе кто-то пришел или ты пришел, ты подарил. Оно, вот именно эта фирма, она очень хорошо упаковывает. Смотрите, какая прелесть. Вроде мелочи, но смотрите, как она упакована. Эта фирма специализируется на гелях для душа, для тела крема, для рук, для ногтей. Да? Это пена для ванны. В общем, для ванны все. Для чистоты тела. Очень здорово. Все очень вкусно пахнет. Все гарантированно, качественно и очень красиво. А я, кстати, люблю намазаться. Мне нравится, когда оно все пахнет. Надо питать кремами. Я люблю. И это расходник. Это же все очень быстро тратится. Тело-то большое. Оно будет вам благодарно. Оно будет благоухать, и кожа будет не сухая какая-то, сморщенная.